Итак, привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Сегодня мы будем с вами изучать команду «Место», то есть будем обозначать ковриком «Место». И прежде чем приступим к изучению, я немножко о деталях вам расскажу. То есть суть заключается в том, что мы обозначаем каким-то предметом, тряпочкой, платочком, там, ну, неважно каким, портфелем своим, какую-то определенную точку, к которой собака у нас должна будет возвращаться. Как привязать? Ложим кладем интересующий предмет на этот коврик, да, и делаем высыл собаки к месту, то есть говорим место, указываем направление, и собака у нас идет. И уже сопровождая собаку, собственно говоря, мы ее усаживаем, укладываем и так далее, что хотим, собственно говоря, делать. Очень важный момент, то, что не надо привязывать собаку к какому-то определенному предмету. Не надо привязывать собаку к определенному месту. То есть локацию надо менять платочки, коврики. Все это нужно менять для того, чтобы в следующий раз, когда у вас не будет именно этого предмета, там будет перчатка, допустим, или шапка ваша, вы можете положить вашу шапку, вашу перчатку, и собака по вашей команде пойдет именно к этому месту. Ну вот, собственно говоря, и все. Многократное повторение приводит к определенной линии поведения. Поэтому давайте приступим к изучению. Ну и так, еще раз повторюсь, сейчас я отойду, посажу собаку на выдержку, сделаю кое-какие приготовления. Приготовление будет заключаться в том, что я на этот коврик положу кусочек, вам продемонстрирую его, потом покажу собаке, да, и мы пойдем вместе сюда усаживаться, укладываться, все это высыл будет по команде места. Поехали. Ну, смотрите, здесь, если у вас собака ложится сразу, да, для чего это надо? Для того, чтобы потом мы убираем этот кусок, собака добегала до этого вашего обозначенного места, и там ложилась, либо садилась. Ну, то есть, как-то фиксировалась, потому что сидя или лежа фиксироваться гораздо проще. Потом я буду убирать кусок, и буду с одним куском только усаживать, укладывать, которого уже не будет, когда уже будет привыкание у собаки именно к этому коврику.
делаем 2-3 раза, заканчиваем на пике азарта. Да, все вы помните о том, что об этих правилах дрессировки. Обязательно после того, как собака сделала все правильно, вы ей говорите: гуляй, все, молодец, хорошо.